Расулан Ханаев в третьей городской поликлинике работает врачом общей практики. Быть доктором – мечта с детства. Окончил Международный университет имени Ходжа Ахмеда Ясауи в Туркестане. Далее – двухгодичное обучение в Шымкенте, ну а после перебрался вместе с семьей на север страны. Моя жена тоже врач. Сейчас работаем вместе. Коллектив встретил дружно и тепло. Большое спасибо хочу сказать руководству области и поликлиники за поддержку. В третью городскую поликлинику с начала года прибыли 16 молодых специалистов из Алматы, Шымкента и Караганды. 8 из них врачи общей практики. Приняли также невропатологов, офтальмолога, инфекциониста и эндокринолога. Ожидают еще 4 врачей. Все это благодаря тому, что еще весной руководство поликлиники разослало запросы медицинским вузам страны о наборе кадров. Поддерживают молодых специалистов и государство, и поликлиника. Каждому специалисту, кто приходит, это город по 1,5 миллиона, кто район идет, 2,5 миллиона дает. Плюс на это вот мы третьей поликлиникой решили, чтобы кто приходит молодым специалистам, им от своих платных услуг каждому специалисту по 1 миллиону даем. Значит, один специалист, если нам придет, они получают 2,5 миллиона подъемно. Еще есть, которая программа переселения, которая нам, кто приходит, врачи, в основном это жители всего южного региона, они как переселенцы оформляются, еще дополнительно получают, еще как по программе переселенцы, если не ошибаюсь, каждому человеку по 70 МРП дается. И плюс оплата там жилье идет. Мы с наших поликлиника, каждый приходит в поликлинику, наши специалисты снимают квартиры, мы им еще плюс оплата каждый месяц по 15 МРП, это где-то 45 тысяч. По данным регионального управления здравоохранения, дефицит врачебных кадров сегодня составляет 285 специалистов. С начала года в область уже приехали 38 молодых врачей, 23 из которых уже выдали подъемные. Прибывающие с юга участвуют в программах переселения, и с дипломом в село ожидается приезд еще 58 резидентов. Диас Усен, Казбек Арыкбаев, МТРК.